Для учеников начальных классов школьный смотр строя и песни стал первым парадом. Начали с выступления командиров, а дальше соревнования между отрядами. Держать равновесие, чеканить шаг и громко петь строевую. Обязанности всех защитников Отечества, даже самых маленьких. Педагоги говорят, вырастили не одно поколение юных патриотов и останавливаться не собираются. Ежегодный смотр строя и песни – давняя школьная традиция, которую здесь любят и почитают. К этому празднику привлекается практически весь педагогический персонал. Основной акцент, конечно, подготовки направляется на сплачивание коллектива, на подготовку в строевом отношении, на подготовку формы одежды, на исполнение строевых песен. Несмотря на юный возраст, ребята уже знают, защищать родину – дело непростое и почетное. Некоторые даже задумываются о будущей военной карьере. Я хочу стать военным. И для меня любить родину – это ее защищать. Есть моряки и много разных военных, которые защищают нашу родину, наш город и нашу планету. В школе уверены, из маленьких командиров вырастут достойные защитники Отечества. Анастасия Синица, Наталья Бабкевич, информационный канал Севастополя.